Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в всадники Олуха. Ну что, рыбу я забрал. Так, беззубик. Ну-ка. 60 миллионов рыбы. Ну, пойдет. Подняться повыше. Пускай поднимается повыше. А мы с тобой отправим этого дальше на поиски. Костолом тоже давай не дуркуй. Иди, ищи. Так, сарделька, не двигаться. Угу, барсик. Неизвестный вор. Угу, кривоклык. Что-то пошел рассказывать остальным там, непонятно что. И Грамгильда. Так, что тут у нас? Ну, конечно же. Кто там? Планер приливной, как всегда, да? А, блин, это размягчитель. Постоянно я их путаю. Ну что, я, наверное, отправляю дальше. Пускай летит. Так, фрукты. Три блестящих янтаря забрали. Замечательно. Так, смотрим дальше. Так, пускай за деревом отправляется. Что у Йохана есть? Нифига. Нифига для нас полезного у него нету. Так, этот за рыбу. Этот за древесину, да? Ладно, сейчас мы их поотправляем. Вперед, вперед. Так, допустим, а здесь у нас что? Угу. Прекрасно. Один. Так, этот у нас за древесину. Поэтому мы его отправляем. Этого за рыбу. Пускай летит тоже. Так, ну что, тут вроде бы по ресурсам как все, да? По-моему. Обучить. А, я его не могу обучить. Подожди, не то немножко. Здесь забрали и отправили. Так, погоди-ка. Этот левел-ап получил. Ну, что ты тут мне дашь? Размягчители. Угу. Надеяться на лучшие. Ну, где там еще-то у нас? Допустим. Так, level up. Пускай идет. Прокачивается, ну, а тут у нас получится что или нет? Конечно, не получится, ребята. Не будет он сразу апаться. Не хочет он. Хотя написано, шанс неплохой. Но мы видим, что шанс практически вообще нулевой, не то что неплохой. Так, этого тоже отправили. И последний. Вот он. Тоже его, ребята, отправляем. Ну, вроде тут все. Так, заберем с тобой загадочный пак. Дайте мне его. Костолом, шторморез, стальной проныра.
все, да? Награды все забрали. Начать сезон. То есть это у нас новый сезон начался? Да, ребят, новый сезон начался. Опа, 120 железа. Это круто. Это очень хорошо. Так, янтарь есть? Аж 3 штуки еще нам собирали. Неплохо. Ну что, друзья мои, события будем проходить, да? Так, кстати, что это такое? Открыть. А, понятно. Ну что, поиск припасов, друзья мои. Сколько нам там? Насчитал я почему-то тогда 6 заходок. Я не понимаю, почему именно 6, должно быть 5. Так, ну что, 2 змеевика острокрылых и 3 волны. Вот это плохо. Ну, допустим. Так, это мухана. Ну что ты, что ты, что ты творишь, а? Ну что ты творишь? Нам надо залечить раны. Давай сделаем так. Твою налево, а? Так, водорез. Ну, понятно, куда он метит. Через отхил, да? Все. Ну что, так его? Нет, наверное, давай вот так все-таки. Нет, вот так. Твою налево, а? Костолом и... ветрокрыл. Ну, костолом уже все. Уже крышка ему, костолому. Его-то мы разберем. Так, а вот с ветрокрылом надо быть очень аккуратным, ребят. Так, нам надо слепоту. Слепоту накопить. Все. Теперь он от нас никуда не денется. Мы его спокойненько будем с тобой уничтожать. Но вначале мы еще одну слепоту все-таки повесим на него, а уже после начнем, ребята, добивать его конкретно. Я так считаю. Все. Ну что, теперь он наш. Понижаем ему броню. Да блин, чтоб тебя, ты заколебал. Кривоклык, уничтожай его. Красавчик. Ну что, крутим колесо. И тут нам выпадает немножко рыбы. Плюс мы забираем с тобой 50 рун. Давай забирать. Раз, два, три. 4, 5, 6. Что-то не могу понять, он что, на 3 заходки у нас получается, что ли? Событие это. То есть я сейчас отыгрываю, потом мне еще надо будет отыгрывать. Целый раунд. Хм. А что у нас там по времени? Сколько там оставалось часов? По-моему, 12, да? До закрытия. А, тут, кстати, всего 2 волны, прикинь. Хм. Ну ладно.
Две, значит, две. Будем сейчас... Этого мы уничтожили почти. Вот этот бесявый. Да. Тут, конечно, Кривоклы хорошо рулит против стражей. Достал уже. Ну что, на следующем ходу ему, наверное, крышка, я так понимаю. Угу. Так, сюда бомбим. Ну и Кривоклыка сейчас тоже мы с тобой... Точнее, не Кривоклыка, а Костолома сейчас тоже уничтожим. Вот и все. Так, у нас очередное колесо. Выпадает нам древесина, да? Угу. И она скоро будет по фулке. Так, ну смотри, вот у нас мини-босс. Раз, два, три. Четыре. Как-то странно у нас так получилось. Я даже сам не знаю, ребят, почему именно так-то вышло. Сколько у нас до конца события? 7 часов, ребят, нам его нужно пройти сегодня. То есть нам придется... Блин, откат покупать тогда выходит, да? Ну да. Так, ладно, ладно. Ничего не поделаешь, придется... Придется смириться, ребят, с этим делом. Да я вижу, что менее 24 часов, не надо мне об этом... повторять два раза. Так, ладно, ребята, небольшая пауза и продолжаем. Так, ну что, друзья мои, здесь у нас будет мини-босс. Так, Проныра. Давай-ка, наверное, с него и начнем, пожалуй. С него, пожалуй-ка, мы и начнем. Опа, промахнулся. А этот, конечно, промахнется, ага. Не дождешься. Нормально. Так, что нам сделать? Хильнуться или... Не, наверное, давай на следующей волне хильнемся. Хотя, наверное... Блин, сейчас сюда опять бомбанет, будет плохо. Ё-просоте. Не очень хорошая командочка тут, я тебе скажу. Что творит, а? На барсика, ребят, переключились. Всем скопом, да? Так. Угу, понижает защиту на Кривоклыке. Минус второй. И... Блин, тут еще одна волна будет же впереди. Еще утворяет. Так, ребят, нам придется... Ладно. Попробуем так. Не тратя плод мудрости, я боюсь за Костолома. Ой, Костолома, блин, ребят, о чем я думаю? Кривоклык, конечно же. Костолом уже в голове у меня. Так, здесь придется, наверное, вот так сделать нам. Ох, сейчас влупит. Ох, влупит сейчас. На барсика. То есть теперь они решили мне его доколупать, да? Я так и понял. Я так и понял, друзья мои. Барсик, короче, все, отдуплился. Сейчас попробуем положить водореза. Ну, а следом уже... Твою налево, не добил даже, а?
Давай так сделаю. Сейчас фаербол полетит. А, хиляет. Он, друзья мои, хильнул. Ну, куда? Сюда. Понятно. Ну что ж, тогда победа за нами, ребят. Так, ну что, крутим колесо, смотрим. Угу, рыба. Достается нам рыба. И мы забираем. Да куда ты лезешь-то? Куда ты? А-а-а, бесит. Забираем, да, ареновский пак. Шторморез, чудовище, кревет. Так, вот у нас, ребят, последняя энергия была. Да, нам еще нужно две сверху, прикинь. Две сверху энергии. Так, смотри-ка, здесь злобный змеевик, но он здесь один. На первой волне он здесь стоит один. Это хорошо, ребят. Дает нам небольшую фору. Смотри, что вытворяет. Понижает броню. Ой, эту атаку. Атаку понизил. Ой-ой-ой. Так, пещерный скалотряс плюс кревет. Ну, в принципе, скалотряса мы с тобой уничтожим через хил, я так понимаю. Значит, весь, вся, блин, мощь у нас должна быть вот сюда направлена. Блин, он еще и с усиленной атакой. Вот в чем беда-то. Фига он лупит, а? Так, ну что, третья, последняя волна. Здесь у нас, ну слушай, водорез и громыль. Не так уж все и страшно. Я думал, будет хуже. Давай, наверное, водореза мы с тобой быстренько сейчас уничтожим. Потому что это только на трех энергиях будет бомбашить. Да и то я сомневаюсь, что он что-то будет делать. Хотя нет, скорее всего, фаербол-то он запустит. Хм, интересно. Он не стал. Ну-ка, пробьем. О, да. Так, крутим колесо, забираем с тобой древесину. И что там у нас получается? Да с какого фига вы меня сюда выкидываете-то? Так, 100 рун. Друзья, 100 рун мы забираем. Давай, фиг ли делать. Просто вынуждает, ребята, просто вынуждает меня потратить 65 рун. Три волны, и вот здесь вот, ребят, самое, блин, самое пекло. Почему? Ну, сам видишь. Чудовище плюс кревет. Ну и, соответственно, еще и фейерболчик там стоит. Кто из них хуже? Да не все, ребята, друг друга стоят, если честно. Сейчас, да, ох, сейчас зарядит. Вот так вот он влупляет, друзья мои. Почти все хп отнимает, а? Вот неугомонные. Так, давай здесь добьем. Нет, фаербол не стал запускать. И это только первая волна, ребятушки. Только лишь первая волна. Давай мы так вот сделаем на него слепоту. Ну, сейчас фаербол полетит. Хм. Не стал он этого делать. Причем уже второй раз. Два престиголовых и злобный змеевик. Начнем, пожалуй, вот отсюда. Вот этому, или какому, я уже не помню, ребят, какой пристеголов из них самый такой бесевый, который фаерболом жарит. Не помню, хоть убей. Но здесь он есть. Это я точно знаю.
Ну давай, что там, промахнулся. Прекрасно. Так, это остается здесь один. Так, секунду, ребят. Это вынужденная была мера. Давай добьем. Ёк-макарёк, а. Хреново дело. Очень хреново. Тут ветрокрыл. Этот, вот это мне не... Вот ветрокрыл, блин. Стальной проныра тут еще сидит. Ну, давайте мне еще Барсика уничтожьте, а. И не добил. Главное, что, понимаешь, не добил он его. Ну. Достал уже меня этот кашель, а. Спасу нет от него просто, ребята. Уже просто нету спаса. Причем каждый кашель так в бочину отдает, что хоть волком вой. Ну что, добьешь? Красавчик ты мой. Молодец. И остается громобой. Ну, с громобоем, ребят, все намного будет проще, потому что он, скажем так, не элитный. И мы его сейчас распетрушим. То есть все останутся у нас целенькими. Так, бомбим. Понижаем и добиваем. Так, ну что у нас тут на колесе выпадает? Опять древесина. Опять древесина. Ладно, фиг с ним. Ну что, друзья мои, забираем пак. И у нас последний поединок, за который, соответственно, тоже нужно забашлять. Ай. Вперед с песней, фигли. Такс. Блин, ребят, ну это трэш какой-то. Начнем, конечно... А, две волны, но все равно. С ужасного чудовища, наверное, или как? Нет, наверное, все-таки с него начнем. Блин, к столом еще. Это очень сильно будет бить. Твою налево, он не угомонится. Сделаем вот так вот. Давай разбег делай. Отлично. Так он, по крайней мере, энергию сольет, друзья. Так он будет сливать энергию. Ну. Фаербол. Так, ужасное чудовище мы с тобой сейчас уничтожаем. Следующим у нас пойдет... Ого! Хорошо, он влупанул, ребят. Я вам скажу. Замедление на всех еще повесил. Офигеть. На всех повесил замедление. Так, я еще раз хильнусь. Так, разбег будет, да? На этот раз досталось Барсику. Да твою налево, я думал добьем, блин, нифига не добьет. Последняя волна, кто здесь у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Кого бы нам тут в первую-то очередь... Будет ходить... Угу. Ну, давай вот так вот я сделаю. Прекрасно. Прекрасно. Уничтожит Барсика мне, да?
А, вон куда он начал бомбить. Так, добьешь? Красавчик. А, давай сюда. Было бы хорошо, если бы у него было фулл... Ну, нормально, нормально. Фулл энергия, он бы его, ребят, с разбега бы уничтожил. Так, видишь, не получается чуть-чуть у нас. И у него еще усиленная атака. Офигенно. Просто, друзья мои, Барсика испепелил. Понимаешь, просто взял его и испепелил. А ты знаешь, что будет, если он вот при усиленной атаке сделает разбег? Че? Ты что-то, парень, какой-то нереал делаешь тут, ты посмотри. Да иди ты в пень, ты что, блин, вытворяешь, эй? Да, ребята. Это я вот сейчас вот так вот буду колупать, блин, да... Смотри, что он вытворяет. То есть мне придется с тобой вот так вот тратить, чтобы каждый раз на него вешать вот слепоту, блин, да? И один раз только ударить смогу. Вот в следующий раз, ребят, я не буду тратить, я буду бомбить. Прощай. Фу, прошли события. Ну что же, опять древесина нам выпадает здесь. Ладно. Выпало и выпало. Так, ребят, забираем с вами 3 блестящих янтаря. Все. Главное, что мы прошли с тобой это событие. Давай откроем здесь пак. Кошмарный пристеглов, древоруб, вострозуб. Ну и чуть-чуть, как всегда, ребят, ресурсов. Так, здесь тоже забираем. Ну что, ребятушки, на сегодня тогда мы будем закругляться. В следующей серии попробуем, наверное, набить паки. Ну, на открытие. А сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.